по всей вероятности, вода поступала сюда из холодных источников. Глубина воды в этом горном бассейне была около 1.5 метра. Смелые купальщики окунались в воду, выйдя из соседнего помещения парка, сильно разогревшись. Холодная вода замечательно закрывает кожные поры. Если вы повернете... Мы сегодня. Они спускались в него по ступеням, находившимся в каждом его конце. Прямо перед вами одна из сохранившихся лестниц. Вода в этом бассейне была приятно теплой, чуть холоднее, чем в бассейне главной бани, откуда она поступала. В те времена в термах проводили по несколько часов, и поэтому посетителям предлагались закуски и прохладительные напитки. Излюбленным лакомством были устрицы, но колбаски и медовые пироги тоже пользовались популярностью. Участки каменной кладки, возвышающиеся над полом этой бани, это фрагменты более позднего пола, уровень которого был выше. Более поздняя кладка уменьшала глубину бассейна. С течением времени здесь изменилось многое, не только пол. В ранний период существования бань мужчины и женщины обычно мылись вместе, иногда голыми. Но более...